Так, всем привет. Вижу, связь есть. Народ подключается, есть контакт. Пишет Дан Грицак. Так, Бельские пошли, диаспора из Подмосковья. Всем привет, привет, ребят. Так, сейчас сделаю репост. На. На другую страницу. Так, Мюнхену привет. Да, всем привет, ребята, я вижу. Молдова не спит. Граждане Молдовы не спят в стране и за ее пределами. Привет с Ирландии. Да, скоро буду в Лондоне. Вот приглашу тех, кто находится в Великобритании, тех. Ирландия как бы не так далеко. Может быть, будет желание, возможность. Будет желание, возможность приехать навстречу. Так, Николай Николаевич Григоришин не спит. Это прикольно. Так. А провизионария Бельская не спит. Так, смотрю, народ очень активно. Ну, в принципе, еще не так поздно. Да, тут правильно пишет Иван Радов. Делаем репосты. Да, те, кто находится онлайн, кто подключается, буду признателен вам за репосты, для того, чтобы информация дошла до максимального количества граждан Молдовы. Кристина Крудус, Пуни Бонасяра, Бонасяра, Кристина, Бонасяра, Латуата Луми. Так, Кахул Пилок, Крейсер Джеренса. Даниила, вот к суку никто, Даниила, ну теплекси, димини, тем пузыли, ла примари. Так, Штутгарт, Пефир. Так. Ну что, ребят, многие, значит, уже подключились. Значит, те, кто подключится в процессе, смогут посмотреть в записи начало, кто пропустит и так далее. Значит, чтобы долго не задерживать ваше внимание, значит, не собирался сегодня выходить в лайв. Значит, много текучки. Так, связь пошла. Значит, но произошло одно событие, которое, ну, должны знать его все граждане нашей страны. Вы знаете, что у нас, ну, многие люди, ну, все люди как-то поделены гороскопом. Например, я Скорпион, значит, есть Девы, есть Стрельцы, Близнецы, Львы и так далее. Историю гороскопа там и как он появился, вам рассказывать не буду. Но вот есть знак Водолей, и как бы есть один там человек, который считает себя серьезным Водолеем, у которого очень много серьезных друзей Водолеев, и который там самый Водолей в мире. И тут как бы ничего не предвещало беды, смотрю, там звоночек телефонная из Москвы, значит, где мне как бы, так, пишут Кишинев, не заметил, ну и ладно, ребят, всем привет, и Кишинев, и Россия, и так далее, просто уже как бы начал говорить, салут, шлахенчеш, шлатуат луми, вот кто-то моему тулуми, сконник театр. И вот, короче, звонит человек, ну, который знает, о чем он говорит, и говорит, слушай, говорит, что там у вас происходит, и я говорю, что, где, что пропустил, говорю, слушай, тут как бы все в шоке, что как бы главный Водолей у вас, ну как бы как у него выросли аппетиты. Я говорю, что за ситуация? Он говорит, ну вот
было там массу заявлений разных там руководителей, разных партий касаемо аэропорта, что вот аэропорт надо вернуть. И там одно было незаконно, второе, третье, четвертое. И как бы говорю, ну для чего это делали там? Некоторые, я прекрасно понимаю, они это делали, это называется искусственное завышение курса доллара, да? Когда наезжают, пугают для того, чтобы прийти и потом больше просто срубить с них, да? Значит, я эту ситуацию понимал и кое-какую информацию владею на эту тему, но человек говорит, слушай, короче, тут проблема, значит, Дадон тут развел как бы бурную деятельность, что вот как бы надо у Шора там забрать как бы аэропорт и так далее. Я говорю, ну плюс почувствуйте разницу. Забрать себе или кому-то аффилированному, или вернуть стране, это все-таки разные вещи. Я говорю, ну окей, я говорю, понятно, я говорю, тут как бы ничего нового для меня нет. Вот, но говорит, в общем, есть у вас, в общем, этот Водолей, и Водолей, значит, номинал, вы же знаете, была история с Ротшильдом, потом история с российским бизнесменом Гончаренко, который как бы у Ротшильда это там купил, да, значит, акции Авиаинвест. И, в общем, Гончаренко пытался этот вести с Дадоном какие-то переговоры. Как бы он много раз во время летал к Плохотнику, сотрудничал с ним, сотрудничал с Шором, то что-то тут химичил. Там человек живет в Лондоне, там много лет, хотя из России. И, в общем, человек с Москвы говорит, что, слушай, в общем, Водолей попросил у Гончаренко 50 миллионов евро для того, чтобы закрыть тему Кишиневского аэропорта и как-то потихоньку с нее как бы съехать. Один сценарий. Второй сценарий, как бы сказал, передать там, тому, кому, на кого как бы покажет пальцем Дадон. Значит, естественно, и Гончаренко, и многие в Москве офигели от аппетита как бы Водолея, потому что вы поймите, 50 миллионов евро, значит, вот тут может быть ошибочка, вот сейчас пытался с человеком созвониться, все-таки понять, 50 миллионов евро или долларов, то есть я помню, что вроде он говорил как бы, но он сказал в валюте, как бы, ну вот я не понял, может быть все-таки это долларов, но это не меняет, 50 миллионов евро, 50 миллионов долларов, это на самом деле очень много. И самое интересное, что этот как бы Гончаренко устал от переговоров с Дадоном, как бы Шор с Дадоном как бы говорить, наверное, сегодня не может, при, ну, том раскладе, который происходит у нас в стране. Значит, и Гончаренко в ближайшие дни, значит, там, в ближайшие несколько дней выйдет заявлением, что как бы он продает свои акции в компании Инвест, как бы он отказывается там от Кишиневского аэропорта, не может заниматься бизнесом. Мне очень интересно, какие он официальные как бы причины укажет, да, в своем заявлении, потому что он там должен выйти там на пресс-конференцию, либо разослать сообщение за СМИ. Ну, в общем, все ждут, что это произойдет в ближайшие несколько дней. Значит, и тут как бы меня беспокоят следующие вещи. Значит, первое, что этот Водолей, который решил как бы получить 50 миллионов в валюте, и неважно, это в долларах или в евро, как бы одним партнером внешним сказал, что он как бы нужны срочно деньги на выборы для того, чтобы противостоять там угрозам Запада и так далее, и так далее. Но втихаря еще решил срубить 50 миллионов, значит, для того, чтобы этот Водолей как бы смог иметь деньги как бы на президентские выборы. Хотя я прекрасно понимаю, что на президентские пойдут от внешних партнеров, а из этих 50 вряд ли что-то этот Водолей собирается тратить. Понимаете? То есть это же такая водолеевская история, когда вот представьте себе, что Водолей, вы все прекрасно понимаете, о ком я говорю, значит, участвует в президентских выборах, проигрывает их, да? Я не говорю про другие схемы, но даже вот эти 50 миллионов, я уже представляю себе, как
Водолей через полгода, год заходит какой-нибудь европейский брендовый магазин, просит завернуть ему там три пары часов в пакетик, какие-то шубы кому-то, там еще что-то. Потом этот водолей садится в какой-нибудь кабриолет, который ждет на улице, а там вокруг кабриолета такие же водолеи, там с таким только щуряком, и не обязательно водолей. И вот он садится и понимает, как он круто отработал, как бы садится за руль машины, понимает, как он круто отработал, как бы и всех сделал, как бы, ну да, ну не получилось там зацепиться там до 2024 года. Но как бы кайф от того, что там рассказывает боевые истории водолей, как поборол коррупцию, как выгнал там Плохотнюка и так далее, понимаете, да, какое такое, ну, чисто индийское кино, понимаете. Поэтому, ребят, я вас, мы вместе с вами будем наблюдать за тем, что произойдет в ближайшие несколько дней, потому что ситуация на самом деле очень, ну, обещает быть очень интересной. Значит, сейчас посмотрим на героические высказывания там Водолея на тему того, что как они там продолжают жестко бороться и так далее. То есть они же не расскажут за 50, да, которые они просили. Но мне важно другое. Значит, что, во-первых, некоторые внешние партнеры как бы поняли, что у одного водолея не просто аппетит, а такая хлеборезка, которая может поглотить там 4 эшелона пшеницы без того, чтобы завести ее на мельницу, превратить в муку и выпечь из нее хлеб, понимаете? Поэтому, как бы, ну, водолей показал, насколько он серьезный, тяжелый, насколько он, насколько он очень серьезно настроен, как бы, понимаете? Вот. Поэтому посмотрим, что заявит этот Гончаренко, потому что, да, аэропорт как бы нужно вернуть стране. И если бы хотели, поверьте, на национальном уровне у них точно руки развязаны, понимаете? Проголосовали, что Молдова захвачена государством. Проголосовали бы в парламенте за то, чтобы все сделки, которые прошли во время режима Плохотнюка, значит, были осуществлены за счет каких-то бандитских там коррумпированных там договорников. Было бы желание. А какое может быть желание, когда один родственник, финансовый директор у кого-то, значит, не у кого-то, где-то там конкретно в Металлфероз, все эти депутаты, даже вот сегодня идет серьезный раздрай в партии демократов, понимаете, значит, все кто-то с кем-то пилил, там поженились, переженились, перекумовались. Как эти люди могут сегодня вообще что-то вернуть и что-то сделать для страны, как бы, ну, потому что, ну, это же надо отнимать у своих кумовей, кентов, собутыльников, наношей, фенов и так далее. О каких изменениях мы можем сегодня говорить и каких изменений мы вообще можем ждать? Мы, например, в Бельцах, я говорил со многими бельчанами до визита премьер-министра, после визита премьер-министра, говорили как бы о том, что как бы мы обозначили там ключевые проблемы премьер-министру, те, которые зависят напрямую от центральной как бы власти. Потому что наведем порядок мы у себя сами, так же, как многие другие примары наводят у себя порядок в своих там городах и селах. Но то, что касается изменения законодательства и так далее, ну, ждем. Короче, ничего не будет, значит, но не знаю, что там буду делать водолеи, но точно знаю, что буду делать, что буду делать я вместе с бельчанами. Так, сейчас тут я пытаюсь, значит, вопросы читать. Значит, вот, поэтому мы должны начать реально бороться за свои права.
Вы понимаете, я смотрю на вот как дурят нас, там с демократами они не в коалиции. Да вы что? Ну, послушайте, я знаю, о чем они говорят почти каждый день. Один выторговывает себе свободу. Паша Филипп боится там уголовных дел, ну, которые есть как бы. Значит, вторые боятся других уголовных дел. Когда я кричал еще там несколько лет назад о том, что как бы Филипп, ну, дали команду всем съезжать, арендаторам с кассы прессы, потому что Филипп это присмотрел себе. Так-то оно потом и произошло, и многое другое. Ребят, давайте сегодня соберем всю страну, и давайте, я жду конкретно ваших предложений в личку, не обязательно писать комментарии, давайте сегодня обсуждать, как избавить страну от этих мародеров, потому что они мародеры. То есть все, что не успел ли украсть при плохише, как бы решили сегодня это сделать другие. Неважно, чем они прикрываются, техническим большинством, закрытой коалицией, превратят они в открытой. Ребят, практически все уехали из страны. У нас с вами нет выбора. Либо власть будет в руках народа, и страной будут руководить те, которые реально что-то могут поменять, либо пройдет очень короткий промежуток времени, и вся страна, вернее, те, кто в ней остались, должны будут догнать тех, которые уехали уже за рубеж. Вот, поэтому смотрим, что будет с аэропортом. Значит, вы уже все видели. То один не мог возбудить уголовное дело, не хватало полномочий. Второму еще чего-то не хватает. Послушайте, сегодня большинство есть. И в этом большинстве большинство жуликов и воров, понимаете? Поэтому я понимаю, что есть страх, есть у кого-то конвульсии, кто-то продолжает. Ну, когда там дадите, там нарисуйте что-нибудь на усатого, что мы как-то его там и так далее. Понимаю, что очень хотят меня посадить до 1 апреля, чтобы этот скандал как-то погас, как они считают, для того, чтобы кому-то было спокойно на президентских выборах и так далее. Значит, ребят, давайте что-то делать. Если говорить конкретно, нужно начать мобилизацию людей по всей стране. Сейчас, в ближайшие дни, вы все станете свидетелями очередного дешевого кино. Как один боится, второй делал все для того, чтобы как будто вернуть стране, а просто весь вопрос заключается в том, что кто-то решил срубить за один раз 50 миллионов долларов или евро. И это на самом деле грустно, плачевно и ужасно. Сегодня настолько мало осталось людей в стране, и вот все вы, те, кто остались в Молдове, значит, можете стать теми людьми, ради которых вернутся те, кто находится за ее пределами. Юфак унапел от тот чьи-то тени, кари сяфлы Република Молдова, шмале слачи кари сяфлы диаспоры. Стимас приятель, хадец ласы мной, кудряпта, кустынга, кучентрушку, тоти простили кари саувихикулатом утими зечане Република Молдова. Хадец не уним, хадец ли дем лабот, лапот луга реште, капор симплу эмбатай дежок, Република Молдова, Континус Софии Фурате, Континус Софии Баджокорите, ши ин интериор, ши кести аста скуношти, ши де партнери дин экстериор. Куамини ин интериор, кунос каста ну и секрет пентру немин. Аста скан Република Молдова, аре невой дискимбе реали, еу ну претинт, ла уна дин примили функции дин стат. Eu pretind la faptul ca să se unească toți cetățenii să schimbăm ceva real în Republica Moldova. Că voi fi eu arhitect la acest proiect. Sau voi fi eu unul din ingineri care va fi alături de voi. Și ce va fi cu soarta mea? Politică mă refer, da? Că soarta mea personală, decid eu, depinde de voi, depinde de toți cetățenii din Republica Moldova.
Chiar a rămas noi să ne uităm în continuare, cum unul să înțelege cu țigări, altul nu știe cum să pornească cu spiritul, a treilea să mai apuși niște terenuri, a patrulea să facă licitații, să fure bani de la drumuri, al cincilea водолей в генерал, съесть 50 миллионов, ше пожа еще рику иста с деви дентру на сантиметр, с деви дешаса, он солезет, дё палма, адика слонина деду удечьте, с деви дё палма. Хадец, че пропунис, домле усатый, пропунис конкрет. Ев астас, воспун, кастас, ну и требует тот с ним мобилизем, să facem o masă rotundă. Iată, eu în timpul apropiat, cred că voi veni cu un mesaj și să adunăm toți primarii din Republica Moldova care vor să participe la o masă rotundă cu tema cum să ne apărăm drepturile și drepturile oamenilor care ne-au ales. Nu contează că e primar de municipiu, primar de un sat, primar de un oraș, ca toți să ne adunăm, să discutăm ce facem. Eu astăzi știți cum, mi-a tam aflat de la colegi că Dodon face nu și eveniment poimăni la președinții și a chemat unii primari de oraș, i-a invitat, pe alții nu. Bă, să vă dați seama clar că nu a invitat și a noștru a invitat doar o parte de colegi din primari de oraș. Dacă așa e situația, e clar lucru că cu ei trebuie acolo să-i spui lui ce este într-adevăr, dar nu ce așa să filmeze poveștile televiziunilor care ia părțân, o masă rotundă noi vom organiza. Dar astăzi cetățenii din Republica Moldova, când se întâmplă ceva de genul ăsta, iată să vedem acum ce o să fie cu aeroport, chiar mi-e interesant ce va declara acest Gonciarencu, că dacă încă ar avea curajul el să spui despre este 50 de milioane, ar fi bine, dar eu cred că n-a spui, că îl presează pe dânsul tot la rugămintea vărsătorului, Водолеевой, foarte serios în Federația Rusă, cred că asta, că dar vedem ce o să fie. Dar în alte state, când apare o problemă, când încearcă cineva din stat să bage în buzunarul cetățeanului, oamenii ies în stradă fără ca să fie, le organizeze cineva autobuse, trenuri sau nu știu ce. De asta o să ne gândim că o să fie un protest la Chișinău sau facem protest în toate localitățile și ultimul facem la Chișinău, dar trebuie ceva de făcut. Nu mai trebuie, noi de unii lideri politici îți gândesc cum să lupte la alegerile prezidențiale. Băi, băiesc, care alegeri prezidențiale, cu oare parlamentare, oare prezidențiale o să lucreze tușonca, hrișca, valuta și nu contează că ați dă în lei moldovnești, în dolari sau în euro. O să-i bludnișească la cap sărași oamenii care stau prin sate, prin chiar și orașe, bai de capul lor mor de foame și moldovanul este ca și cum crie, băi, dar parcă am luat, dar cum eu să nu votez dacă am luat, că e om cu soviste și trebuie să răspunde pentru asta, cum că, Doamne ferește. Так. Văd că aici scriu mai multe comentarii, nu reușesc pe toate să le citesc. Cam asta e situația. Haideți să vedem cum am spus ce o să fie cu aeroport. Apropo, mai mulți colegi m-au întrebat ce să facem cu ședința cu Dodon Poimen. Zic, dacă cheamă doar pe unii și nu invită pe toți, înseamnă că trebuie de boicotat. Lasă, adică să-și facă el PR, să vadă că i-a venit primarul la toate partidele. Și de acolo, și Dodon, și decide el. Ok, prim-ministru, aș și discutat, dar asta vreau să-și fac PR înainte de alegeri. Și își ține de prim-ministru, își ține de guvern. Știți cum? Astăzi eu mă uitam când eu rugam, haideți să poate că bălțânii au dat miliarde de lei în bugetul de stat și bălțul are nevoie de 200 de milioane de lei, ca măcar parțial, serios de a începe reparația drumurilor. Înțelegeți? Noi cerem ca să fie repartizați corect banii publici, nu banii cuiva.
Жда кокретка мади партия с баты жо, где был ждал те лотали. Локалите с гата нас умерга. Господарю я касаш, Васи Гурьёк. Аста, диаста, хайди сведем все с фи. У дзили урматори к аэропорту, шо май дискутам. Шо сэштез. Сантымпла кученева дим вой. Авец пресиунь. Дим партия потери централи. Сау сантез интимидат. Сау авец веру проблемы. Ну, варушинац. С кресом индирект. Пи фейсбук. Вон черка с ваконтактез. Шо требас не ценем. Уну диал туасас. Тот чей кари ворос кембари реал. Сну не дэм. Ниш минциц, ниш батуц, ниш малтратац, ши ниш ши майяры легенда колум водолей савал тусфак куной. Ши атунща нуя скор тем, кредец май фугарим птес. Аста дак скуал цала, пай вам не сдук ш ан доу зелю фузит ши дим парламент, ши дим пшендицы ж дюни врез. Дар аста тотул есть ан мани лече это тени лор. Ладно, я вам желаю хорошего вечера. Посмотрим, что будет. Поэтому я вас всех обнимаю. Мы должны начать реально бороться за наши права, а не бороться за них в Фейсбуке или в других соцсетях. Я вас люблю. Делайте, пожалуйста, репосты. Всем хорошего вечера. Тут кто-то пишет, протесты ничего не дадут. Нам не нужны протесты. Нам нужен будет один, который будет и первым, и последним. Я вас люблю. Всем хорошего вечера. Пока.